В прямом эфире новости 24 продолжаем выпуск. Исполняющий обязанности губернатора Виктор Толоконский встретился с руководителями красноярских СМИ. Встреча прошла накануне. Беседа получилась довольно откровенной. Так новый руководитель заверил красноярцев в том, что не собирается жить на два дома и вместе с семьей перебирается в краевую столицу. По поводу намерения участвовать в выборах Толоконский не дал однозначного ответа. Я сегодня выполняю те действия, которые там для выборов необходимы. Но все-таки еще есть хоть и немного, время очень спрессовано, но все-таки это решение формируется каждый день.